со службы. Служил я на Краснознаменном Северном флоте, на атомной подводной лодке. Был призван в 75-м году, в 78-м, 10 ноября, в день милиции, я как раз пришел. И в милицию я ушел работать, 22 года отработал. А 12 ноября мы идем с братом, он жил в первом доме в Заре. Идем, я говорю, есть девчонки? Он говорит, да вот. Они в одном подъезде жили, только она на 4-м этаже, а брат на 5-м. И он мне говорит, вот сюда, я захожу. Она сидит за столом, она говорит... Да, толкнули. Да, это... Я поворачиваюсь, она... Я говорю, я Сергей, она, я Валя. Я говорю, я завтра приду к тебе в 6 утра. И в 6 утра я к ней пришел, звоню. Звонок она открывает. Я ей говорю, я сказал, что приду, я пришел. Верите, не верите, говорят, любовь с первого взгляда. Но вот это на самом деле любовь с первого взгляда. Так вот посмотрел и все, и утонул в ее глазах. Помните, вот кого будешь просить? А дел-то много. Мы, женщины, не прибить ни ручки, ничего. Если что случилось ремонтировать, там чего-то изломалось, там все, значит, вот обращайся к мужу. Надо, например, ремонт, ну вот косметический ремонт, там полы красить, стены красить. Вот каждые 5 лет он у меня это все ремонт этот проводил. Вот. А на вызов? А если на вызова? Раньше же в хозяйстве, хотя было очень много машин, а на вызова не давали. И скорые вообще не ходили никогда. А в деревень-то было много? Да. Ни разу, вот сколько я работала, ни разу он не отказал меня везти. Я не верю никому, и пускай не говорят, что вот мы прожили душа в душу, слова не сказали никакого плохого. Да не может такого быть, понимаете? Мы прожили 44 года, и до сих пор что-то у нас, какие-то бывает, слово за слово. И, ну так сильно не сердимся уже, потому что это уже не надо. А тут и забудем. Восьмого июля по всей нашей стране отмечается замечательный, прекрасный праздник – День семьи, любви и верности. Ежегодно вручается 70 медалей, и выбираются именно те, которые вот так показали, вот именно, ну, они же не просто должны жить, да, вот 25 лет прожили и жили, они должны жить душа в душу, воспитывать детей, они должны передавать свои традиции, свои ценности. Вот именно такие пары, особенно заслуженные, получают эту награду.